Кидай, Таня, кидай. Нет. Давай. В доме Светланы и Андрея Шандыр всегда шумно. Топот детских ножек, смех и веселье. У них четверо детей, трое непосед и один серьезный парень Дима, который в своем графике еле выкроил время на то, чтобы поучаствовать в съемках. Старшая Таня тоже отлично учится, еще занимается танцами. Рома – футболом. А у полуторагодовалой Лизы главная задача – расти здоровой на радость семье. Лизонька самая маленькая, требует больше внимания. Но и старшим детям мы тоже не забываем уделять внимание, хоть и меньше. Так как у нас большая семья, значит, больше хлопот, забот. Но и нужно не о себе забывать тоже. Как говорится, счастливы родители, счастливы и дети. У Светланы Кретовой, еще одной обладательницы почетного знака «Материнская слава», трое детей. С детства она мечтала о полном доме малышей. Строительство большого дома на участке, который получили по программе для многодетных семей, уже заканчивают. И можно смело расширять семью. В планах как минимум еще двое чад, чтобы было семья. Ну, это надо любить, холить, лелеять, особо не ругаться за какие-то провинности. Когда нашкодил, лучше поддержать, чем оскорблять или обижать ребенка. Ну, это мое мнение. На территории Староскольского округа из 38 тысяч семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, более 2 тысяч – многодетные. 323 мамы уже стали обладательницами почетного знака «Материнская слава». Сегодня к этому числу присоединились еще 13. Достойных мам, которые воспитывают своих детей в духе патриотизма, которые прививают семейные ценности, которые важны сегодня в нашей жизни. Мы говорим сегодня, что демографическая политика – одна из главных направлений политики страны, государства и, естественно, нашего округа. На территории области реализуется ряд программ по улучшению жилищных условий для семей. Приоритетом пользуются многодетные, чтобы непременно в большом доме была большая семья и большие мечты, как у героинь нашего сюжета. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. Кидай, Таня, кидай. Давай. В доме Светланы и Андрея Шандыр всегда шумно. Топот детских ножек, смех и веселье. У них четверо детей, трое непосед и один серьезный парень Дима, который в своем графике еле выкроил время на то, чтобы поучаствовать в съемках. Старшая Таня тоже отлично учится, еще занимается танцами. Рома – футболом. А у полуторагодовалой Лизы главная задача – расти здоровой на радость семье. Лизонька самая маленькая, требует больше внимания. Но и старшим детям мы тоже не забываем уделять внимание, хоть и меньше. Так как у нас большая семья, значит, больше хлопот, забот. Но и нужно не о себе забывать тоже. Как говорится, счастливы родители, счастливы и дети. У Светланы Кретовой, еще одной обладательницы почетного знака «Материнская слава», трое детей. С детства она мечтала о полном доме малышей. Строительство большого дома на участке, который получили по программе для многодетных семей, уже заканчивают. И можно смело расширять семью. В планах как минимум еще двое чад, чтобы было семья. Ну, это надо любить, холить, лелеять, особо не ругаться за какие-то провинности. Когда нашкодил, лучше поддержать, чем оскорблять или обижать ребенка. Ну, это мое мнение. На территории Староскольского округа из 38 тысяч семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, более 2 тысяч – многодетные. 323 мамы уже стали обладательницами почетного знака «Материнская слава». Сегодня к этому числу присоединились еще 13. Достойных мам, которые воспитывают своих детей в духе патриотизма, которые прививают семейные ценности, которые важны сегодня в нашей жизни. Мы говорим сегодня, что демографическая политика – одна из главных направлений политики страны, государства и, естественно, нашего округа. На территории области реализуется ряд программ по улучшению жилищных условий для семей. Приоритетом пользуются многодетные, чтобы непременно в большом доме была большая семья и большие мечты, как у героинь нашего сюжета. Анастасия Иконникова, Сергей Кириченко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.